гитаре и сыграй сразу на клавишах. Вот, тем более, что на гитаре, на клавишах, если что-то есть, какой-то звук, то вот в режиме стрима его нужно сделать, чтобы он звучал. Чтобы он как-то вообще, какая-то гармония была вот именно вот в этом всем действии. Проще, когда в записи все включил, и вот тебе и музыка. А если ее брать и сразу за это вот, в режиме реального времени, тем более это очень сложно. Хотя бывает моменты, когда можно это все сделать, чтобы темп куда-то уходит, все время не пойму. И чтобы звуки не резало звук. Приходится как-то это все настраивать все время. Такая медленная история. Звуки, но получилось, что вот так сыграть ее пришлось. Так, ну еще есть что-нибудь такое вот буквально вот записанное, что-то. Thank you.
Так, что-то там можно еще такое придумать, чтобы звучало. С каких-нибудь медленных. Тем более, что оно должно гармонировать вместе с гитарой и вместе с клавишами. Чистые. Медленно можно сыграть. В общем, как-то так. Всем спасибо. Пока. Просто где-то с час этого видео где-то останется минут 10, наверное. То, что можно будет выложить там на YouTube. Всем пока.